В одном из магазинов Нижнего Новгорода появилась отдельная вешалка для женщин. По всей видимости, сотрудники магазина ошиблись, поставив лишнюю букву в слове. Однако пользователи соцсетей полагают, что это название новой коллекции. Необычная зона отдыха появилась недалеко от остановки Ашхабадская. Кто-то поставил там диван. Теперь ожидать свой автобус можно с комфортом. Делать селфи стало настолько популярно, что к такому роду занятия прибегают даже некоторые городские памятники. Например, скульптура нижегородского оленя на Нижневолжской набережной. Угодить в яму теперь можно с любовью. Так, вокруг дыры в асфальте на одной из дорог Нижнего Новгорода некто нарисовал сердце. Глаза из железных решеток и нарисованный краской рот. Балконы домов в городе начинают оживать.